Если говорить о марше несогласных, марш, да, против палача, так он называется, марш оппозиции, я так понимаю, что данный марш посвящен событиям на Болотной площади. То, что в средствах массовой информации постоянно муссируется тема, она действительно есть, о том, насколько правомочны были задержания, насколько правомочны осуждения, тем более в нашей стране очень странно, у нас даже президент и премьер-министр может сказать, ну, посидел, отпустим, или там, не посидел, не отпустим. А для этого есть закон, он один для всех должен быть. Я думаю, что, во-первых, это правильный выход оппозиции, потому что она имеет право отстаивать свои убеждения, своих людей, и очень многие из них, наверное, не были, собственно, теми самыми хулиганами и провокаторами, которые, собственно, и кидались сотрудников МВД камнями. По поводу новых форм, вы знаете, это одна из форм протеста и выявления показания своей позиции во всем мире, поэтому я считаю, это абсолютно нормально. Но к этому неплохо еще бы там печатные издания, интернет и так далее, и так далее, и так далее.